сказать, обратиться к молодому поколению, чтобы вы получали знания, чтобы вы занимались самоподготовкой, не ленитесь учиться, потому что сейчас самое прекрасное время для того, чтобы получать эти знания. Дальше, в дальнейшем, в будущем, будет у вас времени или нет, это очень сложно сказать. Скорее всего, вы будете очень занятыми. Поэтому сейчас, пока у вас есть время, получайте знания. Для того, чтобы обретать какие-то достоинства, получайте какие-то навыки. Потому как, если у вас вы будете достойными людьми, если у вас будут хорошие навыки, в будущем, с уверенностью, можно сказать, в этом случае вы будете успешным человеком, вы будете хорошим человеком. И вы принесете пользу не только себе или своей семье, вы сможете принести пользу гораздо большему количеству людей, своей нации, республике в целом.